Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Frozen Fire, и сегодня я продолжаю проходить игру под названием Rise Son of Rome. В прошлой серии, как вы помните, мы отправились на остров Минотавров, перебили их там всех и освободили сына императора. И, ребят, самое лучшее будет поддержка меня, это, конечно же, ваши лайки и подписки на канал. Соединитесь со своими войсками. Что мне делать-то? Опускаться вниз? Марс? Это бог, что ли, какой-нибудь? Солдаты! Или планета? Нас ждет великая битва. Они хотят отнять все, что у нас есть. А это варвары, что ли, опять нападают? Или минотавры? Пусть приходят. Варвар, наверное. А мы посмотрим, на что они способны. Лучники! Зал! Погнали отсюда, ребят. Укажите цели, господин. Так. Целься в осадные машины, остановят падающие снаряды, но осадные башни доберутся до стены. Ни одна осадная башня не доберется до стены, но осадные машины продолжат обстрел. Давай первое. Баллисты! Цель по осадным машинам! Да. Ближе к бойницам. Как только лестницы коснутся камня, сбросьте их. Вот они. Че, мне сбрасывать, что ли, самому? Это за Освальда, римляне. За Освальда. Я, что ли, его убивал, твою мать? Прикройте меня. Прикройте. Твою мать, уже добирается варвара. Опять что лестница? Пошли вы. А ну-ка прекращай, чувак. Так, прикрывайте, прикрывайте меня, ребят. Че ж их так много-то тут? Так, мне нужен скорпион. Ну мы же уничтожили там всех. Разрушите осадную башню, я пытаюсь. А, вон оно что. Ломает, да? Я пытаюсь, твою мать. Прикройте, прикройте меня. Спасибо, ребят. Давай, обрубай веревки до конца. Готово. Все, осадная башня разрушена. Удержите стену, я пытаюсь. Чертова осадная башня. Целься в осадные машины, остановят падающие снаряды, но осадные башни доберутся до стены. Ну давай вот это. Ни одна осадная башня не доберется до стены, но осадная машина продолжит обстрел. Давай теперь второе. Блин, что же делать, ребят? Пики точеные. Здесь повсюду. Так, прикрывайте, прикрывайте меня. Ой-ой-ой, лезу. Вы чё, ребят? Пошел вниз, полетай, бля. Придурок. Так, прикрывайте меня, лучники. Блин, как же скучно, ребят, на самом деле. Уже игра это наскучила. Вот реально. Одно и то же из серии в серию.
Я бы поставил этой игры, ребят, если был бы критиком каким-нибудь, 6 из 10, не больше. Ну серьезно, однообразный геймплей, сюжет не особо интересный. Ну, вся игра основана на том, что он должен отомстить за свою семью, и все. По сути-то говоря. Ну и ближе к концу игры он понял, что за смертью его семьи стоит император. И его сынишка. И все. Ну ничего интересного, короче говоря, ребят. Реально, я разочаровался в этой игре. Плюс еще фризы меня добивают. Ну, добивает, можно сказать, мое негативное решение. Негативный отзыв об этой игре. Ну, плохой опыт тоже, ребят, опыт. Я имею в виду прохождение игры. Игр, точнее. Побегается, ребята! Сейчас я его добью. Пипец, ну и лаги. Куда выдвигаться-то? Давай вот это. А то они так нас разбомбят. Уничтожайте осадные машины. А то реально разбомбят, от нас ничего не останется. Пускай лучше их машин приезжать сюда. Ну вот эти вот. Башни осадные, точнее. Иди полетай там внизу, чувак. Надеюсь, Дэдпул будет поинтереснее, чем вот эта игра. Я, короче говоря, ребят, даже подкаст сделаю. Ну и в нем выскажу свое мнение по этой игре. По Rise Son of Rome. Натянут тетиву. Получи ты говнюк. Поэтому не убивайся. Почти все ваши люди мертвы, черт возьми. Я пытаюсь убить их, но у меня не получается. Блин, я понял, что мои люди почти все мертвы. Я пытаюсь что-то сделать. Видите, меня эти придурки атакуют. Так, их еще осадная машина. Чертова предподоспела. Реально, ребят, мне кажется, мы не выдержим. Задание провально, вы потеряли слишком много людей. А что мне делать, чтобы их не потерять? В чем проблема, я не понимаю. Ну реально, ребят, какой-то бред. О, короче говоря... Пускай осадные башни доберутся. Потому что они нас так разбомбят в этот раз. Только осадные машины уничтожаем. Потому что, ну реально, ребята, они так разбамбливают моих солдат. А так мы хотя бы сможем уничтожить эти осадные башни. И ничего плохого не случится, по идее. Забывай про ярость, блин, свою. Так, экспириенс давай мне. Готов, чувак. Да получи ты. Когда мы уже всех уничтожим. Тридцать один икс.
34x. 37x. Ребята, это максимум. 38. 39. 40x, ребят. Вообще, что происходит? 43x. Давай, до 50. 45. 47. Давай, до 50, ну! А-а-а, жирный, ну чё ты не поддаешься мне, когда нужно? Был бы 50x сейчас. Сбивай, сбивай лестницу. Давайте, залпа, немножко залпа, ребят. А, то есть эта контрольная точка загрузилась, что ли? Смотрите-ка, одна осадная башня осталась. Я твой дом ломал! Чувак, я твой дом нахрен ломал! Как вот дом поросят! Да отвали от меня, твою мать. Блин, римлянин моих тоже убивает немножко, потихоньку, постепенно. Еще один такой говнюк. Остановите атаку варваров. Пытаюсь. Давай, добивай его. В этот раз хоть выжили. Ни хрена ты ему руку рубанул. Так, прикрывайте, прикрывайте. Что-то у него язык какой-то синий. Или мне кажется. Марий победил, да? Ну и лаги, пиздец, ребят. Серьезно, на средних настройках. А, господи. Ну, остается только материться, ребят. Одни минусы у этой игры есть, честно. Вот делали бы ее под ПК, я думаю, что таких фризов бы не было. Это вот и все из-за Xbox One. Все из-за этой консоли. Город скоро падет. Отправить людей к лодкам. Мне кажется, что из этой игры можно было бы сделать что-то дельное, реальное. Идея неплохая, но реализация, конечно, хромает, я считаю так. Да, господин, можно срезать через трущобы. Где трущобы? Вон там, что ли, трущобы? Или здесь трущобы? А, вот трущобы как раз нашли. Бриты идут! Бриты идут! Кто-нибудь, дайте меч! Я сам прикончу этих ублюдков! Разблокирован новый вид, хорошо. Так, что мы можем прокачать? Ну-ка, улучшение навыков. Увеличивает размер каждой ячейки ярости на 30%. Ну давай. Увеличивает число ячеек ярости до 3, до 4, до 5. Есть такое дело. Неплохо, ребят. Очень даже. Сейчас еще ярость поднакопится. И еще будет замечательно. Блин, надо было казнь производить, а я туплю. Так, у меня достали. То есть я несколько раз могу, наверное, ярость применять, да? По лесенке, что ли, проберемся? Там еще один чувак. Вон он, наверху. Здрасте. Как ваши дела? Как ваши ничего, да? Уничтожьте варваров-лучников. Я пытаюсь. Но что-то у меня хреново получается. Они ни хрена не идут драться.
только стреляет в меня. Обохраняйте баржу на пути по реке. А, сейчас ко мне подоспеют, да, враги? Так, мне сюда, что ли, надо идти? Блин, можно было бы казнить, а я туплю опять. Ну зачем? По стелсу можно было бы казнить и все. И не париться с этим чуваком, но нет. Зачем так делать? Это похоже на ярость в Dead Island, ребят. Можно сказать, такой аналог ярости. 30x нормальным. Но было почти 50. Вот сейчас 33x. Хочу 100x, ребят, набить. Было бы вообще круто. Но мне кажется, это нереально. Интересно, кто-нибудь набивал 100x? Это надо столько врагов, чтобы набить столько. Уму непостижимо. Сколько нужно будет врагов, чтобы набить 100x? Черт, угарный газ. Сейчас, ребят, помогу, чем смогу. А я как побегу? Вы об этом не подумали? Ну ладно, сейчас выберемся как-нибудь. Осталось, то есть, буквально, ребят, 3 серии, если включая эту. То есть, игра очень короткая, как вы можете заметить. То есть, она на одном дыхании проходится, но игра так себе, честно сказать. А мне это что делать? Ни хрена себе заявление, а я что делать должен? Сюда, что ли, лезть? Да, походу, дело, да. О, черт. Так, ярость. Включаем ярость, ребятки. Не время объяснять. Пришло время включить ярость. Здесь тикс нормально. Ну что, кто еще нападет? Давай еще раз. Ярость включим. У меня же тебе речейк много. Ярости. А вот теперь я ярость не могу включить. Черт. Не накопилось. Накапливайся быстрее, твою мать. Ты мне бы сейчас не помешал, чертова ярость. Они меня задавили, ребят. Зажали. Да идешь, кем ты кот. Не успеваю комбо нанести. Ну, точнее, эту казнь, так называемую. Ни хрена тут мясные тушки. Сколько крови? Ну ты же хотел кровь, ты и получил ее, как тот чувак-то сказал. Ты хочешь крови, ты ее получишь. Вот и получил, что хотел. Виталион трубит отступление. Вот, Виталион, забываю его в имя все время, не знаю почему, ребят. Мы застряли. Мы здесь уже час. Там залегли лучники. Варвары просто так не сдадутся. Вперед, солдаты! Покажем им крепость наших щитов и остроту наших клинков! Поднять щиты! Держать! Солдаты, что, без правителя не можете? Нацелить силу мы!
А вот хрен, я отсюда не попаду. Надо поближе подойти. Что ты будешь делать? Подбили, да? Немножко. Ну, мы их почти убили. Так, получили говняки. Но стрелы до сих пор летят. Даже когда они мертвы. Успели, потому что пульнуть. У нас эти стрелы сраные. Ох, люблю я эти наступления в панцире. Можно сказать, таком. Найдите солдаты, путь к зданию суда. Соберите выживших и отступайте. Мы что, там судиться будем, что ли? Держать мост открытым для отступления. Эй, чувак! Я встречу Виталиона. Я, конечно, все понимаю. Ребят, фу! Марин, ты прикрылся бы, что ли? Черт возьми, чувак. С голой жопой бегаешь. Серьезно, я, конечно, все понимаю, там жарко может быть, но все, он прикрыл свое хозяйство, слава богу. А то я уж боялся. Ну, женская половина моих зрителей, наверное, одобрила, но не я, ребят. И не мужская половина зрителей уж точно. Так, ну что, погнали сюда, что ли? Тут какой-то свиток опять. Хроника. Черт, нам надо все выше и выше. А чем мы будем доказывать то, что не мы убили, а этот император сраный, которого мы... Ну, сын императора, которого мы освободили. Я вот прям сразу чувствовал, что он что-то наделает, этот сын императора. Он потому что гаденыш еще тот. Его надо было сразу убивать. Вон, здание суда. Тебе не попасть в здание суда, римлянин. Почему сразу так грубо? Блин, ярость бы поскорее бы поднакопилась, ну ладно. Получай. Ух, ни хрена ты его проткнул. Со спиняки, да? Черт, не успел контратаку сделать, ну ладно. Да умри ты, надоел уже. Да что ты будешь делать, жердяй? Ты серьезно? Ты хочешь меня убить? Есть, ручонку отрубили. Качались мы так, довольно неплохо. Так, надо здоровье прибавить немножко. А то маловато его. Что ты будешь делать, ребят? Хорош. Дайте я этого чувака добью. Он меня уже бесит. Интересно, у меня... интересно, найдется тот человек, которого эта игра не лагает на ПК? Я думаю, что нет. Это, наверное, нужен какой-нибудь титан, чтобы не лагало. И то навряд ли, что не будет лагать. Потому что оптимизация очень сильно хромает. Ты надоел. Чё ты... Какой прыткий, блин. Скользкий тип. Да ты хватит. Смотрите, ребят, какой скользкий тип, однако. Наконец-то получил по заслугам. Скользкий тип, однако, попался. Это уже 100 раз сказал, ну ладно. Вот он, Виталион. Мария, чувак, пошли за мной. Я твое имя спустя 5 серий запомнил, чувак. Я не знаю, как это произошло, но я все-таки это сделал.
Давай. Let's go, my dear friend. Йорхвал, мы должны спасти как можно больше людей. Наше единственное спасение — река. Мы вывезем их на корабле из Рима. Он покрыт броней и выдержит все нападения варваров. Нет. Им придется уходить на других лодках. На военном корабле сбежали Комот и его охрана. А, они были первыми, конечно. Кто бежал из гавани, как крыс с тонущего корабля. На своем пути. Я его, если встречу, я сразу прирежу за предательство. Что с обороной, солдат? Мы отрезаны от всех районов и пытаемся держать мосты, но большинство людей эвакуировано. Хорошо. Как только все наши будут в безопасности, мы уйдем на последний лодку. Понятно? Есть. Марий, сюда. Ну, идем, дружа. Мы должны рассказать об этом Сенату. Комод должен заплатить за свои деяния. Согласен. Он и убил твою семью, так еще и сбежал, как крыс с подводной лодки. Ну, не с подводной, а с обычной лодки, ребят. Командуй, Марий. Встреть наших солдат на мосту и приведи. Я буду руководить отсюда. Эй, вы! Отступаем! Мы вас вытащим! Я прикрою вас со Скорпиона! Солдаты, перенесите меня на левый берег! Иди! Живо! Блин, я сейчас взорвусь нахер. Я не взорвался, слава богу. Как до хрена-то, ребят? А эти телега так медленно катит. По пипец. Тяните, ребят. Достаточно не так сильно тетиву даже натягивать. Пипец их здесь. Пару практически разгромили ваших солдат. Я понимаю. Да ё-моё, а что делать? Они как наступают и все. Невозможно ничего сделать. Опять моего хозяйства, ребят, увидели. Что за извращение, а серьезно? Во второй раз. Ладно, хватит, хватит. Я больше не хочу видеть его хозяйство. Не оголяйте, пожалуйста, Мария. Давайте уже палить по ним. У нас имеется такая возможность. Просто, ребят, даже натягивать не надо тетиво. Сразу стреляешь и все. И убиваешь таким образом. А мышка сама нацеливается. Черт возьми. Вот что надо было делать. И они все отступили. А, придурки. Добью вас нахрен. Твою мать, самое главное, чтобы нас не попали. Быстрее, быстрее, к лодкам, ребят. Саны варвара. Посмотрим еще, кто уйдет, а кто нет. Вы надоели. Сейчас, дай мне активировать. Так, тебя, потом тебя.
Твою мать! Марий, беги! Я сдержу их, пока корабль не будет в безопасности. Нет! Ты должен уйти! Ты должен выжить! Сенат выслушает тебя! Ты же командир! Теперь иди! Ты что, будешь их сдерживать? Отдавать свою жизнь? Ну, давай, чел. Задержите орду варваров и эвакуируйте римские войска. Пугаловые варвары. Да ё-моё, я из-за лагов даже не понимаю, подходят они, не подходят. А чё ты отходишь? Давай, давай, свою способность активируй. Твою ярость. Еще раз. Так, обрубили ручку, хорошо. И теперь этому чуваку в черном капюшоне обрубим ручку. Блин, хорошо, что я ярость прокачал, ребят, реально помогает. Ты чё, сука, от меня уклоняешься, мать твою? Надо ярость поднакопить, срочно. Эти уроды меня бесят. Доели вы уже. Наконец-то я поднакопил ярость. Блин, если бы это еще все не лагало, цены бы не было. Но так как это все лагает. Да защищайся-то. Я не знаю, кого бить. Чё это, чё происходит, ребят? Черт возьми. Удохните уже. Они не дохнут, ребят. Давай, мне здоровье надо восстановить. Очень вовремя. Но это мне не особо помогло. Еще восстановление здоровья мне пригодится. Если бы это все не лагало, было бы все гораздо легче. Как же ты меня бесишь, твоя мать. Все что ли? Сдался наш центуриончик? Там минотавры, по-моему, подоспели.
все, что ли, погиб? Да ладно, как так-то, ребят? Это тот чувак, что ли? А он сейчас Дамокла превратится. Потому что его предали, ребят, точно. Или нет? Дамокл был великим воином. Да. Признанным вождем огромной армии. Но трусливые генералы бросили его. Немезида, богиня мести, позволила Дамоклу вернуться на землю в облике духа мести. И сейчас он тоже в облике духа мести вернется. В черных доспехах, который ищет предавших его генералов, чтобы покарать их. Дамокл. А где же черные доспехи? Или без них пока справимся? Маритит, ты генерал Рима. Я взял тебя с собой, чтобы ты защитил меня от Дамокла. Ну ты и есть Дамокл, да? Ты и есть Дамокл! О, боги! Ты и есть Дамокл. Да, это я. И моя история близится к концу. Что, прямо здесь, прямо сейчас убьешь его? Одна мысль. Одно единственное желание. Желание мести. Да они все трусливые, мести эти императора. Императору Нерону, который прирезал мою семью. Мести его подлым сыновьям, предавшим мой легион! Чтобы осуществить эту месть, мне нужно было вернуться к началу своего пути. Вернуться домой. Опасности подстерегали меня на пути в Рим. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город. Голодные беженцы из некогда свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Закон был низвергнут. Моей единственной целью стало вернуться в Рим и положить конец злу, которое начал ты, Нерон, чтобы не дать тебе уничтожить Рим, который я люблю. И вернуть его народу. А, ну он, как раз он с этим толстяком встретил. Так, чё, всё что ли? Контрольная точка? Control point. Доберитесь до вилла своей семьи. За что, о боги, за что? Так, ребят, ну я на этом заканчиваюсь. Всем удачи, всем пока.